Добрый вечер, дорогие друзья. Я надеюсь, все уже проснулись. Да, вот. Я надеюсь, что все уже проснулись и здесь находятся на центральной площадке, потому что мы начинаем. Мы рады приветствовать вас на музыкально-спортивном слете «Журавлиный край 2016». Гостеприимная ганцевщина рада приветствовать гостей со всех концов Белоруссии и ближнего зарубежья. Наши аплодисменты караванерам, приехавшим из России. Есть они здесь? Еще спят. Ну, далеко ехали, соответственно. Ну что ж, дорогие друзья, слово для открытия предоставляется Ирине Ивановне Цубер, начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ганцевичского райисполкома. И все-таки доброе утро, дорогие друзья. Мы рады, что вы приехали на наш третий музыкально-спортивный слет бардов и караванеров «Журавлиный край 2016». Я думаю, что не очень страшно, что на наше открытие так мало собралось гостей. Я уверена, что на завершение гораздо больше будет наших друзей и гостей. Я уверена, что вы очень хорошо и весело и спортивно проведете время за эти три дня у нас в гостях. Хотелось бы, конечно, нам выразить слова благодарности идейным вдохновителям нашего слета. Хотим еще раз поприветствовать наших гостей, которые у нас уже третий раз в гостях, и кто доехал к нам впервые. Надеемся, что наш фестиваль будет жить, и вас мы будем видеть каждый год. Всего вам доброго, отдыхайте, оздоровляйтесь. Всего вам самого замечательного. С каждым годом география участников нашего журавлиного края расширяет границы. И на нашем нотном стане в этом году лучшие ноты, привезенные бардами и исполнителями из 10 городов Белоруссии и России. Под ваши, друзья, аплодисменты. Город Минск представляет: Лебедевская Вера, Садовская Елена, Колосова Татьяна, Золотарева Ирина, Олейников Сергей, Кузнецовой Татьяна и Сергей. Свою нотку праздника привносит гость города Пружаны Алексей Козей. На нашем празднике не обойтись без ноты авторской песни городов Барановичи и Ляховичи в лице Анастасии Хазановой и Костиных Валерии и Эдуарда. Город Гродно представляют Елена Голенастова, Николай Степанов, Светлана Масутова. Мы рады гостям из городов Лида и Солигорск, Татьяне и Илье Лихорад и Ирине Дубовской. Наши аплодисменты гости из города Кобрин, Светлане Макарук. Мы рады гости из города Воронеж Российской Федерации Александру Суханову. Нота дружбы и гостеприимства города Ганцевичи от исполнителей авторской песни клуба туристической и бардовской песни районного центра детского и юношеского творчества и руководителя Олега Княжского. Мы желаем, дорогие друзья, чтобы наши ноты зазвучали в мелодии дружбы, добра и душевной атмосферы нашего праздника песни. С праздником, друзья, потому что встреча друзей, встреча бардов в лесу, в прекрасном месте, в городе Ганцевичи, это всегда праздник, правда, и для вас, и для нас. Меня попросили спеть что-то такое позитивное, я долго копалась
в своей фонотеке, и вот решила, что я вам спою авторскую песню, которая очень редко звучит, песня про кошку. У истинной кошки забот не немножко, у истинной кошки забот полон рот, вылизывать шерстку, сидеть у окошка и ждать, когда явится истинный кот. Чтоб к завтраку вискас, к обеду колбаска, а можно и кормом сухим похрустеть, а к вечеру ближе бы к звездам забраться и песню мурлыку тихонечко спеть. Но как одиноко сидеть у окошка и ждать, когда явится мартовский он, а мама сказала, у истинной кошки всегда муж блудливый, и это закон. И что не исправить законов природы, придется смириться с неверным котом, но главное, чтоб был приличной породы, и все, что добудет, притаскивал в дом. Да много ли кошки воспитанной нужно, ведь кошки от жизни немного хотят, хорошую шубку, чтоб сытым был ужин, чтоб кот милый рядом и много котят. Мы желаем вам ярких впечатлений, положительных эмоций, веселого настроения, приятного вам отдыха и ярких впечатлений. С праздником!